Ребячки, всем привет! Привет на канале Пиратская жизнь. Вот сижу, изучаю это. Рецепты. Рецепты всякие этих. Сейчас покажу. Рецепты белковых всяких, как называется, вкусняшек. Вот. Кстати, видите, девушка одна наготовила вот такие вот вкусняшки. Видите? Я сначала думаю, это какашки. Нет, это называется бизе. Бизе. Короче, каждый сходит с ума, как может. У меня тут выстиралось белье. Стараюсь ковылять туда-сюда. Сейчас все повесить. Повесить, давай. Я хотя бы буду бомбу, чистота и порядок. Не могу сидеть. Прям хочется двигаться. Вот. Вот, короче. Там, тара та там, тара та тара та там. Тут, короче, вышло видео у меня. Шорт. Кстати, шорт это был из одного из видосов. Где я там прыгаю, скачу и так далее. Вот, хотела вам кое-что сказать, что, знаете, вот говорят, ой, и этот человек говорит, что у него там больное колено и прочее, прочее. Скажу вам так, девочки, знаете, иногда у меня вообще ничего не болит, и вообще забываю, что у меня какие-то есть проблемы, из-за чего на самом деле очень сильно страдаю. Вот, из-за этого я же и как раз и повредила, по сути, вот свое колено. Вот, сейчас пойду все вроде. Подождите-ка, надо взяться. Опа. Так. Секунду. Оп. Хочу сказать, из-за этого же я и повредила, по сути, колено. Из-за того, что когда не чувствуешь боли, когда все хорошо, когда все проходит, ты, блин, хочешь прыгать, как будто тебе 16. На самом деле, тебе далеко не 16, и колени далеко у тебя не как у молодой. Вот так вот. Так что, да, каюсь, грешна. Вот, иногда говорю прям, бешенство у меня какое-то, как я ржу, бешенство матки или что-то такое. Вот, ну, в общем, иногда хочется попрыгать. Не замечаешь и боли, все хорошо. Особенно, когда ничего не болит, так вообще. Доска как-то не очень. Крест поставить. Так что вот, допрыгалась, так сказать. Сглазили вы меня. Или сама себя сглазила, фиг узнает. Ну, короче, девочки, знаете, когда ничего не болит, чувствуешь себя вот так вот. Но на самом деле у тебя есть проблемы. Где-то склонно. Я вот думаю, у нас сейчас жарко на лоджии. Я думаю, сейчас быстро все высохло. Тут постирала, труселей всяких разных. Своих, Вовкиных. Труселям. Кто, кстати, не видел? Растягиваются. Мне, кстати, знаете, вот что думаю. Когда похудею, прикиньте, если я сильно похудею, это же придется менять полностью всю одежду. Прикиньте, да? Кстати, заказала себе, знаете, что сейчас на Wildberries? Заказала себе сантиметр, чтобы обмерять талию, руки, ноги, жопу и прочее. Хочу помимо, так сказать, ой, тихо. Хочу помимо веса еще все-таки замерять вот эти вот параметры, чтобы можно было отслеживать, есть ли какой-то прогресс. Потому что, в принципе, вес, он по чуть-чуть уходит, но вопрос, есть ли эффект, скажем так. Ну что, вот такие дела. Посмотрим, получится, не получится. Так, что я тут вообще повесить? Пару носков уже повесить. Понастирала всего подряд. У всего подряд. И полотенце, и носки. Ничего только нашла. Ну что, вот скоро придет. И мы там с вами уже, знаете, контрольные взвешивания сделаем. А вот, и хочу замерить вот это все себе. Живот замерить. Вот, замерить руки. Вот эти вот, да? Вот. Что у нас там еще мерится? Попа. Объем груди. Кстати, вот как вот объем груди? Наверное, все-таки придется лучше лифчик, да, надевать, чтобы вот нормально. Потому что, ну как вот мерить? Получается, вот по вот этому краю или по вот этому краю? Это я понять не могу. Как лучше там? Как лучше там? Палатики свои, которые грязненькие были. Освежила. В общем, освежила сегодня. Все. Ну, не сколько стирала, сколько освежала. Что у меня, в принципе, особо грязного нету. Так, подкапливается периодически.
вешаешь. Еще что, видите, эти все скатерчики мои. Так что будем мерить. Потому что где-то, знаете, нашла, что пишут, что нужно в первую очередь мерить именно объемы. Извините, очень, очень пищит вешок. Что вес, он может прыгать, перераспределяться, так сказать, жидкость в организме, вот. А именно размеры, вот эти вот, они как раз вот не обманут. Поэтому я очень хочу мерить себя. Буду там, знаете, вот реально раз в неделю мерить. Если взвешиваюсь я для себя хотя бы каждый день, вот, то тут я буду хотя бы раз в неделю мерить. Так, он даже прихватки постирала. В общем, все постирано. Порядок. У меня вообще хватит вообще, куда вешать? Что я тут разошлась? Вешаю, вешаю. А места-то и нету. Так, полотешки. Полотешки, полотешки. Хотя, в принципе, знаете, жарко сейчас. На лоджии, мне кажется, сейчас очень быстро все высохли. Сейчас очень-очень жарко. Полотенчики. Так, вот. Трусышки свои. Трусышки. Ну, это какие-то страшненькие уже, надо выкидывать. Когда они все, видите. Или подрезать. Я люблю хлопчатобумажные труселя. Мне очень удобно в них. Удобно. Так. Все, места вообще нету. Куда что вешать, непонятно. Так что, девочки, худеем посерьезки. Не просто так. Мне, кстати, давно уже предлагали. Не, ну давай, замутим там типа ля марафон. Вот. Будем худеть все вместе. Вот я уже начала. Надеюсь, ко мне тоже люди присоединятся. Вот. И будут со мной тоже вместе худеть. Потому что я говорю еще раз, я худею не из-за красоты. Не из, там, знаете, чтобы влезть в купальник. Чтобы про меня кто-то что-то там не говорил и так далее. Я худею по другим причинам. Потому что хочу быть здоровой. Сами видите, вес он такой. Очень сложно с ним бороться. Вот, но я верю, у меня все получится. Потому что я очень этого хочу. Потому что, знаете, раньше у меня не было мотивации. Сейчас у меня мотивация есть. Вот. И, соответственно... Все меняется. И состояние души тоже. Вот, кстати, вот в этой майке была. Вот она вся была в геле. Вся в геле. Блин, а что я вывернула? Опять надо выворачивать. Оп-оп. Не знаю, мне нам не хватит, куда вешать-то. Наверное, не хватит, наверное, не хватит. Надо еще василек распаковывать. А я не могу, у меня нога болит. А там нужно, извините меня, отплясывать как-то. А я больная. Вся такая. А я такая, вся такая, вот такая. Что он мне нашел? А я такая, раз такая, вот такая. Она моя поезд душа. Мне, кстати, прям даже интересно посмотреть свою талию. Кстати, а как мерить талию? Вот по вот этому? Или по вот этому? Здесь, наверное, все-таки бедра уже идут, да? То есть, получается, как бедра с животом. А талия, она вот здесь вот. В принципе, где-то она у меня прослеживается, девочки, видите? Где-то есть вариант талии. Ну, конечно, так, условно, но все же. Так. Затянули. Опа. Что, у меня влезет какой-то? Влезет, не влезет, да? Остатки-то. Нет, должно влезть. Немножко осталось. Ура! Вот что значит игра в Тетрис. Все влезло. Ну, костюм я не тороплюсь, пускай сохнет. Сейчас, блин, тем более жарко. Я его одевала чисто из-за того, что этот... Надо было бандаж одеть на ногу. Вот из-за этого. Типа. Лифончик. Да, девочка, у меня есть лифчик. Прикиньте. Прикиньте.
Так. В общем, все перестирала, даже полотенце скучно. В общем, все, можно сказать, что у меня. Вот, кстати, сейчас положу, она уже почти сухая. Можно сказать, что у меня все сухо. Хорошо. Так. Так. Ну-ка. Раз, так. Так вот развесим. Брюки я еще могу одеть. Ух ты, наверное, уже жарковато. Одевать. Вот. Так, я не поняла, что за падение носков. Ой. Падение носочков. Опа. Ну все. Красота. Все влезло. Потому что я переживала, что у меня все не влезет. Нет, все влезло. Хоть как красота. Все. Полотенчики. Сейчас говорю, сейчас так жарко вообще на кухне. На лоджии. Я думаю, быстро у меня здесь сейчас все высохнет. Будет вообще великолепно. Пару дней не повытирала уже, знаете, все черное. Все черное. Очень жарко на лоджии. У нас сейчас везде кондей работают. Вон, на кухне, в комнате. Включила кондей, чтобы было немножко попрохладнее. Так, это я забираю. Все. Красота. Лепота. Сейчас все высохнет. Ай. Все падает. Все падает. Ой. Так, нужно аккуратненько ходить. Ну, здесь хотя бы дома это полегче. Потому что ты когда дома, ой, тебе проще. Вот ты сам что, музыку что ли слушаешь? Тут музыку слушаю. Так, куда я слушаю? Вот, домашние дела делаю. Вот тряпку, кстати, уже выкинуть. Плохая. У меня там другие есть. Так что вот. Все. Все, заказала себе этот. Будем, девочки, скоро мериться. Посмотрим, сколько у меня талия в сантиметрах. Бедра. Каждое бедро. Руки мои. Крюки. Кто-то мне, кстати, сегодня уже писал, что мне говорят, что уже видно, что халатики некоторые там полегче на руках сидят. То есть, ну, уже посвободнее. Не знаю, пока что я вообще не замечаю. На весах вижу, а как-то вот в себе ощущения я бы не сказала. Разве что желудок не торчит, хотя вот сейчас торчит, потому что после обеда, накушавшись, он поставил себе абрикос, хочу доесть сладкий, чтобы хоть что-то вон. Сижу, изучаю анализы своей груди, этих почек и прочее. Пойду ролики загружу. И буду, наверное, надо будет салат на ужин приготовить. Я тут разошлась, я хожу, везде пыль протираю. Думаю, надо пыльку протереть, чтобы было почище, покраше. Думаю, телек протирать, не протирать. Ну, кстати, вот я заметила, знаете, практически вообще пыль не образовывается. Что, кстати, удивительно. Что весьма удивительно. Вот. О, вода совсем испарилась. Совсем испарилась. Так. Оп-оп. Все. Пыли, в принципе, особо нету. Сейчас он, кстати, с этими решетками действительно, кстати, очень хорошо. Пыли почти нету. Опа. Сейчас бегаю по квартире. Что-то тут протираю, вытираю, везде грязь, какую-то всякую еще. Ну а что делать-то, если выходить-то особо нельзя? Потому что нога болит. Так, что стоишь? Вроде нормально. Ходить больно. Поэтому, чтобы не сидеть на одном месте, хоть что-то полезное делать. А то, знаете, сидеть тоже неохота. Не привыкла я сидеть на одном месте. О, чистота, порядок. Не могу остановиться. У меня мускулоси. А что так много у тебя получилось-то? Нифига себе. Просто сливок остатки вылил. Это вот это остатки сливок? Ни хрена себе! Чего? Это... Вот столько сливок. А молоко? Остальное кофе я два раза пускал. А, понятно. Так, ладно, все, сейчас приду. Достань этот творожок, пожалуйста. Мне творожок достань. У меня там этот обезжиренный. И себе достань, который ты хотел, с шоколадом. Девочки, хотела вам, кстати, показать. Смотрите, вот одела вот этот вот халатик. Слушайте, смотрите-ка. Он на мне раньше был практически впритык.
Нет, он такой, знаете, как оверсайз. Ну, смотрите, как он на мне сейчас сидит. Обалдеть, да? Обалдеть. Сзади тоже, видите, сколько. О. О. Все-таки эффект похудения-то есть. Вот так вот. Все, мы пойдем сейчас кофе попьем и будем сейчас готовить, наверное, салат. Вот. Сейчас яйца надо поставить, отвариться. И все, бери там, что хочешь. Смотрите, что делает, а? 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 Кто украл колбасу? Помнишь это? 12 стульев-то. Он украл нашу колбасу! Да-да-да. Так смотрится, конечно, да. Все, давай. Сейчас пойду яйца поставлю. Сейчас у меня, короче, перекус мой. Это вот творожок вот такой, 2%. И стакан кофе без сахара. О, и Вовке. Это, там хлеб есть еще. Все. Все. Кушай. Ребяшки, привет-привет. Галя. В общем, короче, продолжаем. Короче, я тут надумала делать салат. Салат а-ля, знаете, как называется, белковый салат. При этом полезный, вот, и при этом должен быть очень вкусный. Короче, будет салат на основе пекинской капусты. Вот я взяла сегодня капусту пекинскую, какая-то дурацкая она была. Вот я ее перебрала, вот, помыла, вот она у меня лежит. Плюс еще к нему идет зеленый лук. Вот у меня лежит, пока сохнет. К этому отварила 5 яиц белковых. Вот, 2 баночки вот такого тунца делаю не на один раз, делаю на 2-3 раза. А вот, он в холодильнике нормально постоит. Что ж, каждый раз, знаете, варить это все за устанешь. Баночка горошка. Зеленый, нежный. И сейчас вот тру сыр. Вот видите, уже подгрызла немножко. И сейчас закашлялась прям. А сыр у меня 30%. А вот, можно использовать любой. Вот какой вам нравится. Вот, можно пожирнее. У меня просто этот сыр остался, я его хочу как раз куда-нибудь деть. Потому что что-то так в прикуску он не ест особо. Вот. А вот в салатике, я думаю, может быть, зайдет. Потому что салат, в принципе, идет, у нас заправляется либо сметаной, либо майонезом. Ну, потом сделаю с майонезом. Себе вот сделаю со сметаной. Смотрю, сейчас сыр. Где-то грамм 150. Такое количество. У меня пойдет. Вот. Сыр. У нас же белок есть. А не знаю, где брать белок. И вот я нашла такой интересный салат. Мне прям понравилось. Надеюсь, у меня все получится. Вот сейчас Вовчика еще попросить порезать. Я думаю, немного ли сыр-то? Ну, такое количество. Что-то, мне кажется, многовато. Хотя, там вообще 100 грамм сыра. Потому что, я не знаю, я его, наверное, придется выкидывать, потому что он мне что-то вообще не дошел, вот этот сыр. То есть, вот с 30% это прям... Девочки, лучше съесть кусочек нормального вкусного сыра, небольшой, чем давиться вот этой хренью, ну, честно. Мой личный вывод. Спустя диеты. Это, знаете, на самом деле вот так вот по-серьезки, вот на моем канале, это впервые вот такие вот диеты. Вот, обычно у меня все было по-другому. Вот, так что готовим ПП-салат. Вкусный. Немножко подотру. Ой, кондейчика, хорошо. В общем, вот такое количество у меня будет сыра на все про все. Вот. Где-то 150 грамм здесь сыра. Бог, кто договаривается вон с вами. Должны завтра поехать поставить уже, наконец, этот, как он называется-то, видеорегистратор. Это Вовка все выпросил, а в итоге что-то вот и не ставится нифига. Короче, смотрите, пекинская, вообще там идет как пекинская капуста 100, ну, там 100 грамм, у меня на глазок. Пекинская капуста 100 грамм, 25 грамм зеленого лука, вот 2 яйца идет, 100 грамм идет сыра, 100 грамм горошка и 1 баночка 180 грамм тунца. Заправляется солью, перцем, на вкус кому со сметаной, кому с майонезом и так далее. У меня вот такие вот пропорции, где-то 150 грамм сыра, 5 яиц, 2 банки тунца, 1 целая банка горошка, это я жидкость взяла, грамм 200, наверное, капусты и грамм 50, 70, может 100 лука. Лук, в принципе, мы любим. Вот, ну и сыр. В общем, вот так вот. Сейчас Вовка порежет. Перемешаем вот в блюде большом, потом переложу. Так, собираем, короче, салатик, нож.
два капустку настругал. Ее не мнем. Сюда горошек. Бах. Баночку. Раз. Вон у меня здесь уже тунец. Я его, кстати, выдавила. Я его прям выдавила. Он тут уже, походу, резанный. Я прям, знаете, так подмяла, чтобы лишний сок вышел. Вот. А лучше, конечно, целиковый тунец. Размять его. А так он, видите, у меня уже, по сути, как видишь, он уже как резанный. Конечно, тайский. Ну, а ты где возьмешь его? Вот чутся. Да. Надо. Ай. Банку туда. Сейчас выковырю. Вот. Две банки тунца. Так вот. У меня будет сыр. Тоже сюда. Бах. Все. Яйца и лук. Еще остатки. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Вот такой у меня будет салат. Люкс. Люкс сметаны, да. Ну, майонеза вкуснее, конечно, будет. Кому как. Кстати, какие, если другие варианты заправки, пишите. Ни хрена себе, готовим ПП тазами, да? Как мне говорили, что можно зелень всякую есть тазами. А что здесь вредного? Здесь вообще ничего вредного. Даже сыр здесь 30%. Так что вот, девочки, вот мой тазик салата на сегодняшний ужин. Сколько тут? Вот, пожру и будет хорошо. Обалдеть, да? Вместо второго, да? Да, вместо второго. Это вот мой сегодня обед на весь день, да? Не, ну, кстати, мне кажется, знаете, на самом деле, вот лучше бы, конечно, такое количество, баночки бы три этого. Я, как всегда, все, знаете, делаю на глазок. У меня все на глазок делается. А вот, ну, вот так вот, такой вот салатик. В общем, заправить соль, перец, кому майонез, кому сметану. И все, и можно будет кушать. Ладно, все, люблю всех, целую. Сейчас будем собирать на стол и обязательно с вами покушаем, попробуем, что у нас получилось. Бякает АПП или не очень. Все, увидимся, чувствую, пока-пока.